В один из осенних дней в службу спасения бездомных животных в Остине, штат Техас, позвонили обеспокоенные местные жители. Они сообщили о, как они полагали, мертвой собаке, лежавшей в железной клетке, перепачканной фекалиями. Когда зоозащитники приехали по названному адресу, они увидели пса, истощенного и изможденного, испачканного фекалиями и неподвижного, но, ко всеобщему удивлению, еще живого. Когда детектив Ева из службы спасения животных поняла, что пес жив, она помчалась с ним в ветеринарную клинику. Температура тела у нее была такой низкой, что ее не фиксировал градусник. И она совсем не могла двигаться, рассказывает Ева. Честно говоря, мы не думали, что она выживет, признается полицейский службы защиты животных. Ветеринарный врач Элизабет Мансера искупала собаку в теплой ванне и долго грела ее феном, чтобы поднять температуру тела. «Я все время разговаривала с ней», — рассказывает Элизабет, — «она была мокрая, ей было холодно, и она все время смотрела на меня молящими глазами. Все говорили, что она умрет, и только я раз за разом повторяла ей, что все будет в порядке», — говорит Элизабет. Когда собаке стало лучше, Элизабет Мансера дала ей кличку Софи и взяла к себе в дом. «Она больше никогда не будет голодать и никогда не замерзнет», заявляет новая хозяйка Софи. Благодарю за просмотр. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, пишите комментарии и прожимайте колокольчик, чтоб не пропустить интересную историю.